Давным-давно в королевстве Гэлумир жил волшебник по имени Зарак. Это был высокомерный, безжалостный человек, который ненавидел всех жителей только за то, что они были миролюбивы. И тогда он собрал армию демонов, чтобы захватить королевство. Come on!
Вот он снова восстал, сэр Дэниел Фортескью. Оставь его. Судьба дает ему второй шанс. Oh!
Yeah.